Ого, сколько. Ножей на любой вкус. Острые, не острые. Керамические. Ты ж, это типа подарок на двоих? Ну, это будет подарок? Или просто возьмем? 1203. Или вот такую возьмем. Жалко, фиолетового нету. Да. Или вот такую возьмем, и ты прицепишь, и будут они тут держаться. А, это цепляет. Как у родителей. Давай лучше эту. Давай эту возьмем. Сколько она у нас? А вот, вот, 571 рубль. Это 801. А чем они отличаются? Фирма же, наверное. Клаугер. О, эта фирма хорошая. Смотри, какая собака. Голова больше, чем тело. Пластмассовая, что ли? Вот, вот это копилка, я так понимаю, копилка. Сколько она стоит? 869. Красивые ангелы. Набор 2607, три подноса. Смотри, с этой, да, какая сковорода. С тканью. Ну, это ткань, это чтобы не поцарапалось, это снимать надо было. Понял? Это на данный момент, чтобы не поцарапалось. Какая сковорода. Класс. Вон, давай ему кастрюлю купим. Спасибо. Так, слышно, 4112 стоит. Шикарный. Так, где 7000, смотри. Вот. Вот шикарная. 12890. Аж страшно будет ложиться. 8000. Девочки полуговые. Вот, давай еще тапочек купим, да, для гостей. Правый, левый, левый, правый. Это для гостей. Да я вот это говорю, большой. А. Нижнее белье для мужчин. Смотри, какой размер. Какие они большие бывают. Или маечка. Такая по коленам. Мне точно по коленам. Я пижамы не ношу. Вот штаны сподние, как у меня. Ну, похоже. А вот это что такое? Что вот это? Чтобы не снимать штанишки. Понятно. Посуда. О, смотри, какие тарелки.
Не нравится? А ведро тебе нравится? Смотри, много скидок, да? Минус 25%. А для чего? Что это такое вообще? Для шампанского. Для шампанского. Осталось взять ведро, да? Стаканы такие, 256 рублей? Да, одна штучка. Одна штучка? Это минус 25% причем. Вот оно. О. Вот оно внизу. Это не просто. Вот это, да? Ну давай. Ну так и что, 625 рублей за плойку, это дешево? Да. Ничего себе. 1000, вот 3200. Ну это голова. Вот 800. А 3 вообще. 3200 за плойку отдать. А вот это еще цвет надо. А сколько она? 400. Ну, конечно, можно, мы просто не беремся. Да, хлебопечка – это вещь нужная. Бросил муку, залил водой и пусть готовится. А принтеры – это черно-белые, да, принтеры? Или цветные? Аудиомагнитола Синдай. А это вот это интересно выглядит. 18 000. Угу. Кордон. Прикинь, там, наверное, вот твоя мечта. Раньше да, раньше была 35. Стиральные машинки.